Всем привет, это твоя ежедневная доза интернета. Это самый глубокий бассейн в мире, расположенный в Дубае. Этот бассейн имеет максимальную глубину 196 футов, это примерно такая же длина, как 5,5 школьных автобусов, выстроенных в линию. Что-то не так с водопроводом этого человека, из-за чего кран засасывает воду. Hey, no! 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 Этот человек хочет зайти в бар и спрашивает этих полицейских, насколько реалистично выглядит его поддельное удостоверение личности. ID look. How fake does it look? Yeah. I'm trying to get into Harper's. Yeah. I don't know. Looks good to me. Looks good? Yeah, why? You think I can get in with it? Well, you try, see what they say. All right. Yeah. А так профессиональные скалолазы спят ночью. Squishy! Hey, Squishy! Feel the cheek, Squishy. Ученые нашли редкого стеклянного осьминога посреди Тихого океана на глубине 650 метров. Этот кот нашел муху на столе. Вот классная демонстрация того, как работает коготь льва. Ученый нашел этих интересных сказочных креветок, плавающих в пруду. А это правда сильный скалолаз. А это конец этого видео. Я очень надеюсь, что моя озвучка тебе понравилась и ты получил свою ежедневную дозу интернета.